В Караганде огласили приговор по делу Евгения Танкова, известного юриста и правозащитника. Поводом для судебного разбирательства стал инцидент в зале суда, когда Танков трижды шлепнул судью Арай Алшенбекова мухобойкой после его отказа в самоотводе. Случившееся Танков назвал перформансом, но за него пришлось отвечать по всей строгости закона. Танкова Евгения Владимировича признать виновным по статьям 341 часть 3, 342 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить по статье 341 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан 3 года лишения свободы, по статье 342 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан штраф в размере 300 месячных расчетных показателей. В соответствии с статьей 58 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно Танкову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мама Евгения Танкова, Валентина Викторовна, приговор сыну слушала с закрытыми глазами, словно для нее все происходило во сне. Когда юриста увели, так и не смогла поговорить с многочисленными журналистами, только плакала. Родные, коллеги и друзья правозащитника также не согласны с таким решением суда. Художница Наталья Дю, например, заявила, что будет продолжать проекты Танкова и пристыдила судью Алшенбекова за его немужской поступок. Я просто вынуждена, как гражданин этой страны, сделать проект. Конечно, я сделаю уже запрос о гранте, мне должны выделить грант суммой до 4000 долларов. Я, конечно, постараюсь сделать хороший проект, но дело не в этом. Я вообще впервые нахожусь на процессе. Я просто в шоке от того, насколько низкий уровень интеллекта у судьи Алшенбекова. Пока Евгений Танков проконсультировал 200 человек за 4 месяца заключения, судья Алшенбеков успел зарегистрировать 2 игры «Небеса» и «Аквариум». Евгений Танков заявил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать. Эпатажный юрист не в первый раз проводил оригинальные акции с глубоким смыслом, но при этом занимался реальным делом, помогал в судах карагандинцам отстаивать свои права. Танков говорил, что защищает родину от государства, то есть простых людей от произвола власть имущих.